Сегодняшняя тема. Популярнейшего в мире блогера Феликса Пиудье Пичельберга признали самым красивым мужчиной на планете. Согласно ежегодному рейтингу Independent Critics, 31-летний швед оказался на первой строчке, обогнав остальных знаменитостей. Список опубликован на онлайн-канале TC Candler. Вторую позицию занял южнокорейский певец, участник музыкальной группы BTS Ким Тхэ Хён, выступающий под псевдонимом Ви. Бронза досталась австралийскому актеру Крису Хемсворту. На четвертую строчку авторы поставили еще одного участника BTS, Чона Джонгука. Замыкает пятерку лидеров британский актер Генри Кавилл. Кроме того, в рейтинг вошли многочисленные спортсмены, актеры, модели и музыканты из 40 стран мира. Однако авторы просят не судить их строго, ведь они выбирают 100 участников из примерно 125 тысяч претендентов. Это неблагодарная задача, так как ни один человек никогда не согласится со всеми вариантами, говорится в описании к рейтингу. Несмотря на это заявление, в комментариях нашлось множество пользователей, которые негативно восприняли итоги рейтинга. О наиболее сексуальных мужинах 2020 года по версии нашей редакции узнай из статьи, а на самых красивых мужчин за последние 100 лет любуйся в галерее. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.